очень энергичный, очень шустрый, очень активный. Любимая игра, кинь игрушку. Я вообще считаю, что Вита энергичный ребенок, но, конечно, если у нее хорошее настроение, если она хорошо поела, если она хорошо поспала, если на улице хорошая погода, то она будет очень энергичная. Питание от года для ребенка вот второго года жизни очень важны некоторые микронутриенты. Несмотря на то, что ребенок еще совсем кроха, его потребность в питательных веществах и микроэлементах огромна. В это трудно поверить, но годовалому малышу требуется почти в 4 раза больше энергии, чем папе. В 5 раз больше кальция, чем папе. Так как кальций участвует в процессах свертывания крови и передачи нервных импульсов, а также отвечает за крепость костной ткани, зубов и скелета. В 7 раз больше железа, чем папе. Железо участвует в обеспечении кислородом органов и тканей, стимулирует развитие умственных способностей у малыша. Одна из самых важных групп продуктов для малышей от года до 3 лет – молочная. Малышу рекомендуется получать 400-500 мг молока и молочных продуктов в сутки. В них должны в достаточном количестве содержаться железо, кальций, цинк, йод, а также витамины А, С, Д. Желудок крохи еще совсем маленький, а потребность в разнообразных витаминах и микроэлементах большая. Соответственно, в его рационе даже небольшая порция пищи должна содержать максимум полезных веществ. Обязательно отслеживайте качество и количество питательных веществ, содержащихся в детском рационе питания. Один стакан молочка Дорыми содержит большое количество витаминов и минеральных веществ, а также покрывает рекомендованную суточную норму потребления железа, кальция и витамина D –